девушка, у нас соседи горят, тут все в дыму, у нас квартиру. Крастоянова, 23А. Хорошо. Спасибо. Шестая. Высылаем цистерну второго хода. Угу. Улица Коростояновой, 23А, первый подъезд, 7-й этаж, загорание в квартире. Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Здравствуйте, девушка. Мы просто ребенком гуляли во дворе, улица Лилии Коростояновой, 23. И идет дым из 7-го этажа с балкона, черный дым. Все понятно, машины уже выехали туда, есть сообщение. А, все, да, спасибо, хорошо. Спасибо. Мария, 642. На приеме. 642, 643, следует Коростоянова, 23А, дым в квартире. Правильно, следующее. День добрый, девушка, я только что звонила. Коростоянова, 23А. Да, выехали. Там человек в квартире. Все горит, дым страшный. Так, а откуда вы знаете? Вы слышите? Один сосед вышел, вот сказал, что там еще один есть. Еще один есть, да? Да. Все понятно. Хорошо, мы предупредим наших. Предупредим. Да, сразу быстрее, главное, в квартиру хорошо, зайти. Хорошо. Но огня не видно, но дым черный. Все ясно. Хорошо, сейчас видим. Спасибо. Алло, по пожару, пожалуйста. Хорошо. Улица Коростояновой. Коростояновой. 23А. 21 подъезд. Так. 7-й этаж горит квартира. Хорошо. Коростояна, 23А, 47. Правильно. Молния, 642. Молния на приеме. Мы прибыли с ДМТ с верхнего этажа. Идет дым средней концентрации. Как поняли прием, нужны дополнительные силы. Сейчас уточню, какой этаж. 19.05. К вам следуют две цистерны и ЭБР. Еще дополнительные силы нужны? 9-й этаж в полном открытом пламенем горит. Одна лестница. 643, подъезжай сюда. 642. По сообщению, в квартире находятся люди, как понял. Нужны дополнительные, значит, 4 цистерны, как поняли прием. 19.05. Наши команду включить электроэнергию на электросчетовой электросчетовой, как поняли. Отродаж один уже подъезд. Алло. Еще одну бригаду, пожалуйста. Мы послали еще, так что, 4? 4, да. Хорошо. Я. Дежурная служба, ничего, чем вам помочь? Это Спасено, 8. Так, Спасено, 8. Эвакуировано 27. Да, на реке включили. Угу. Из них 4 с масками для спасаемых спасали. Значит, там бабуля, мы ее снесли, по-моему, 6-го. На четвертый. Да, на пейках вас брали. Уже отпонет боюсь. Да. Значит, бабуля отказалась напрочь дальше, чтобы ее несли, где-то на четвертом этаже. Четверо с масками. На какой этаж бабуля? 54. Она на месте там в квартире? Нет, в квартире не было. Эвакуировано 27. Она на четвертом. Пускай медики на четвертом, потому что сейчас будет вызывать. Под низом на шестом, где свет горит. Значит, двое на шестой, вот видите, свет, да, где я? Я слушаю. На связи. Значит, было выгорание дивана в комнате какой-либо. Принято. Ликвидация. Значит, горения нет здесь, какое-либо. Кто это горение? Молния 305. Молния 305. Молния 305. На приеме. По Коростояновой ликвидация. Было забирание домашнего имущества в однокомнатной квартире. На площади 20 квадратных метров. Повреждена мебель, закуплена квартира. 19.45.